Президент Садыр Джапаров в ходе рабочей поездки в Джалабадскую область открыл малую ГЭС «Кокарт». Установленная мощность гидроагрегата составляет 6,8 мегаватт. Предполагаемая годовая выработка электроэнергии составит 25 миллионов киловатт-часов. Общие инвестиции, задействованные в этом проекте, составили 7,8 миллиона долларов. Половина этой суммы поступила от Узбекско-Кыргызского фонда развития, а другая половина была вложена частным инвесторам. Садыр Джапаров отметил, что производимой электроэнергии будет достаточно для удовлетворения потребностей более 10 тысяч жителей Сузакского района. Президент Садыр Джапаров упомянул о введении в эксплуатацию таких гидроэлектростанций, как Баласаруйская, Малая ГЭС и Сыката. Он также объявил о запланированном запуске второго агрегата крупной Токтогульской ГЭС и четвертого агрегата Учкургонской ГЭС. Глава государства также подчеркнул, что, находясь у истоков рек, страна систематически сталкивалась с проблемой нехватки электроэнергии и за последние два года сделала значительные шаги вперед, улучшив ситуацию благодаря реализации проектов по строительству гидроэлектростанций. После осмотра ГЭС президент Садыр Джапаров побеседовал с местными жителями и ответил на их вопросы.